Ну вот, разобрать старую печку. Разобрал, показал, а новую ты не показал. Вот это уже новая печка. Топка большая. Плита чугунная с термошвом. Двойная. Заложил. Вот новая печка. Большая. На три колодца. 600 кирпичей ушло. Такая она стала новая. Еще кирпичик отмою. Шовчики черным покрашу специальной краской. А кирпич покрою лаком. Такая печка. Новая, большая и, надеюсь, будет теплая. Высотой 2 метра. Размер печки топки 90. Плита 71. Ну вот как-то так.